Тут у нас ножками болтает, а мы тут затарились немножко. Угадайте, что это такое, как вы думаете? Напишите в комментариях. Ставьте на паузу и пишите, что вот это прямо такое. Прямо сейчас. Да. А мы вам сейчас скажем. Это слива. Представляете, новая испанская слива? И мы решили попробовать ее взять. Она точно будет. На вкус. Сказали, напоминает вкус нектарина. То есть она должна быть очень вкусная. Если сравнить, мы купили желтых слив. Более желтее возьми. Ну, они не до конца спелые. Не спелые совсем, но они все равно сладкие. Да, вкусные. Разница, да? Представляете, какая огромная желтая. О, яблоки. Как яблоко. Виноградик. А, виноградик. И я взяла попробовать. А мы взяли еще синего попробовать. Мне нравится. Ну, как обычно, арбузик, только сейчас не как обычно, уже 13 килограммов. 13 килограммов. Взяли девочку. Нам показали, как выглядит девочка. Не обязательно она должна быть круглой. Это сорт продолговатых арбузов, короче, да. Скрещены какой-то с дымой. Да. Поэтому девочку нужно определять не по хвостику, а по попочке. По попочке. Она должна быть широкая. Широкая, у мальчиков она маленькая. Маленькая-маленькая точка. Так что вот так вот. И на рынке у бабули взяли яблочек там вкусных. И вот куча слив. Но в общем сегодня затарились. Смотри, массажик только попробуй. Арина обожает. Попробуй массаж. Ты запросила сливу. Я тоже хочу. Ну, попробуй, Арина, давай пробуй сливу. Что? Мямка. Вкусно? Угу. А кожура сама? Обалдеть. Но она, кстати, не дешевая. Кожура кислая. Ну. В общем, Вова попробовал, сказал, обалденно сладкая. Кожура очень кислая. Кожура кислая очень. Какая она сочная, блин, какая она вкусная. А кожура не очень, кстати. Ну, слива сама по себе. На кожуру классная. Не надо есть. Это слива класс. По себе очень классно. Кстати, Артурчик бы заценил. Зацени. Ну, его тут дожди. Скоро. Он сразу тянется. Он видит фрукт, он сразу тянется к ним. Ну как? Ух ты, вот это. Какая вкус. Ну что, распробовал? Она сладкая. Еще? Вот так вот, видите? Если ребенок ест, значит, можно и нам есть. Проверяю. У нас проверяет Артур все. Класс? Вкусно? Ой, дай сразу что-нибудь вытереть, а то воздух грязный ходить. Вон полотенце у меня есть. Я тебе потом Артур подойду. В общем, Арина, доедаем, мы пойдем еще возьмем. Обалденная. Хоть она дорогая. Так, все, не дразнись перед Артуром. Артурчик. Вот не видно здесь его ирокезика, хохолка отлежал. А вон видно, смотрите, какой он прикольный. Отлежал, все волосики уже длинненькие. Прикольненькие. У нас утречко. Утречко понедельника. Сейчас будет уборочка. Не видно. Что? Чего бы ты вышел отсюда? Хочу показать, спокойно. Что у нас на дворе. Ой, на столе творится. Вот такая вот красотень. И у нас ждет арбузик с утреца. Просто обалденно. В общем, по всем нашим показателям мы решили, что он будет офигенно сладким. Вот проверим сегодня, да? Потому что он и хрустит, когда его сжимаешь. Вчера извини. Пробовали. Очень звон. Хвостик довольно сухой. Яркое пятно, завязи есть, и кругленький, и девочка, и, в общем, класс. Сейчас короче, будем пробовать. Надеюсь, я не разочаруюсь. По всем показателям подходит. Ну что, Арина, будем арбуз есть? Да. Мы решили 8 часов утра поесть арбуз. Хотя мы редко едим в такое. Не, мы вообще не едим в такое время. Но сегодня очень хочется. Да. Наша девочка. Мне не хочется. Тебе не хочется? Ну, Арина пускай. Девочка. Девочка, да, наша девочка вкусная. Ну, в общем, будем сейчас обедать. Знаете, сколько уже арбуза не будет? Столько. Половина. Ой, ну это ж арбуз, что тут есть? Одна вода. Что ты там по холодильнику лазишь в 8 часов утра? Посмотрю просто, куда положить яблоки. Ну, надо же немножко разложить огурцы. Мы их моем сразу теперь, а потом ложим в холодильник. Чтоб раз, подошел, взял а быстренько и пошел. А сегодня, Артур, ты будешь есть и сливу. Прям очень вкусно. Да. А вчера Артур заточил 2 нектарина. Вообще прикольно, очень вкусно были, очень спело. Опа! И на сегодня мы взяли ему вчерашнюю сливу. Это мы показывали, такая испанская, классно. Будет точить. Это буква У.
Кабачков у нас тьма, его еще вчера принес. Там еще холодильники куча. В общем, будем сегодня кабачковый паштет делать. Ну что, начинаем. Мы решили ровно половину отрезать. Может, не ровно половину? Хотя уже не ровно. Ой, ты вы слышите, как он трескается? Угу. Вообще слышу. Шикарно. Тут я тут с артущиком на руках. Не очень удобно. Камера подпрыгивает. Он будет очень спелым, да? Да, он должен быть очень вкусным. Ух так. Ты. Я запах отсюда слышу. Он просто потрясающий запах. Класс. Ну вот, половинку мы отрезали. Эту половинку накроем и до завтра оставим. До завтрашнего утреца. А сегодня у нас еще есть что поесть. Кроме арбузика. Он так прям провалился. В общем, арбуз сладкий, вкусный и с офигенным запахом. Выбирайте, девочка. Да, выбирайте арбузы правильно. И будет больше шанс, что он попадется сладким и вкусным. Артурчик, смотрите, как я его держу. Сидит у меня на ноге, я тут снимаю всех. Мы тут с Артурчиком сели и будем сейчас наблюдать, как обычно, как... Это Артур всегда наблюдает за уборочкой. То за мной, то за Вовой. У нас утренняя уборка. 8:30 утра. Сегодня уборка такая раз в неделю, Вовин выходной. Более такая капитальная. Наблюдаем за Артурчиком. Привет. Смотри на себя в камере, Артур. Ты что, не видишь? Вот так вот мы наблюдаем. Артурчик нас ждет, пока мы тут поедим арбуз. Сейчас пойдем на улицу. Далеко-далеко в магазин. Нам надо купить рисовые муки. Мы нашли подешевле у другой фирмы. И сегодня будем печь морковный пирог с бананом, без сахара, на рисовой муке. Вчера я пробовала. Это было просто вкусно. Я такой... В общем, вчера балдели. Вот, и что хочу сказать, арбузик просто потрясающий, очень вкусный. Что-то жужжит там, новый центр делают. Рядом еще один. И там строят, и там строят. Мы выбрались с утра пораньше на улицу, погода чудесная. Артурчик счастлив, все счастливы. И я счастлив. А куда мы идем? Магазин, куда мы еще ходим? Почему только в магазин? Мы еще идем в поликлинику за справкой. Арину будем отдавать в бассейн. На целый год. Без выходных. На целый год. Лето же. До лета, до следующего. Ну, это не целый год. Будет потом меня плавать учить. Mm-hmm. Я так себе плаваю. В этом году, кстати, я не плавала. Обалдеть просто. Я не осмелилась зайти в холодную воду. Или в грязную? Нет, в холодную. То, что она грязная, это ладно. То, что она холодная, это плохо. Смотрите на Артура. Мы тут болтаем, а он уже вот так вот сидит. Артур, не стоит. Тебе надо обязательно садить его сюда. И эту открываем. Оп. Чтобы держись. Вид у него был. Все, едем. Ну, не так легко. Ему так удобно. Ладно, все, мы уже почти возле магазина. Сегодня я хожу вот с такими пчелками. Прикольно. Аринка у нас тут красит разокрашечки свои. Ждем Вову, да будем снимать рецепты. И пирог сегодня печь. Яблочный морковный. Вместо посласитель будет банан. Очень-очень вкусно. У нас рецепт снимаем. Смотрите, сколько Вова начистил кабачков. Сколько ты использовал? Половину? То, что у нас было? Не, меньше. Меньше? В общем, надо все их утилизировать. И тут еще. Поэтому снимаем вам рецепт. И сами потом будем есть, наверное, недели две. Но это вкусно. Будем делать и... Мы добавляем это... Я добавляла себе в рисовую кашу, в гречневую, в общем, в любую. Очень вкусно получается. Так что пробуйте. Ждите рецепта. Ну что, готовы?